Так, в общем, вон ту стопочку я нарезал, одинаковые чушки, вот этим вот кругом. Я зашел просто в гараж здесь, а то на улице ветер очень сильный, чтобы в камеру не дул. Круг, вот буквально сейчас я 6 чушек нарезал, круг, терпи, да он уже остыл, короче. Сразу после того, как нарезку я сделал, потрогал его, он был горячий, но терпимый, то есть он не перегревался. При этом, что я хочу сказать, до этого я резал обычный керамогранит, вот, и он у меня замыливался. Я достаточно сильно переживал, где мне взять диск для того, чтобы порезать вот этот вот гранит толщиной там почти 2 сантиметра. Пробовал резать его на мокрорезе, несколько чушек порезал, замылился у меня там диск, а там диск достаточно дорогой, фубаговский, около 5000 сейчас стоит. Вот. А этот диск, он шел в комплекте вот с этой машиной. Вот, я сейчас попробую показать. Он тонкий, на нем есть уже трещинки на пайке. Вот, видно, сейчас. Вот она трещинка. Вот еще трещинка. Плохо видно на камере. Ну, в общем, да, полно вот трещин всяких. Но это на пайке, это не на диске. Вот, справляется со своей работой этот диск. Машина, в общем, тоже она тепленькая, но совершенно не перегрелась. Для такой грубой работы самое то, что надо. Вот, поэтому отличная машина. Мне она нравится. Она со своей работой справляется.